Добрый день, это канал Максимадзе и моды на игру «Как достать соседа». Вот сегодня у нас, как я и обещал, первый мод, собственно говоря, что-то я тут вижу, ничего не изменилось на главном экране, но посмотрим, что здесь. А вот здесь уже изменилось менюшка. Так, сезон 1 он сделал пакость сердцу рад, дождь, видимо, не влезла. Сезон 2 «Братья наши меньшие». И сезон 3 «Наши гости». Четвертый сезон в разработке. Хорошо, давайте посмотрим обучение. Обучение. Мы уже немного продвинулись. Когда это мы, интересно, успели вдруг уже продвинуться. Я даже первый уровень не запустил. А мы тут уже продвинуться вдруг успели. Если вы свободно управляете Вуди, у вас есть время осмотреться вокруг. Ну, в общем, понятно. Каким-то образом, еще даже... Только запустив игру, мы уже каким-то образом научились управлять Вуди. Короче, здесь у нас чувак, я так понимаю, пытался сделать интерфейс, когда соседа 2 сюда перенести. Но у него получилось это не очень хорошо. корявенько, и вот здесь вот почему-то проценты и пакости у нас отображаются в этом месте. А, ну и телевизор шумит еще. Нет, нельзя его. Так, ладно, давайте пройдем. Так, бинокль вредит зрению. Наш сосед тот еще тип. Некоторые пакости работают не так, как в первой части. Ладно. Постараемся запомнить. А, время почему-то встало сюда. Короче, неплохая попытка перенести интерфейс, но ее нужно еще доработать. Так, аптечку открываем. Микрофон поближе к себе поставлю. А то жалуются, что меня плохо слышно. Пакостей 3 в этой серии, похоже, всего без бинокля. На что? Я совал яйцо в микроволновку. Посмотрим, что с креслом можно сделать. Неужели яйцо надо на бинокль? Да. Ну то, что теперь яйцо надо микроволновку, не в микроволновку, а в бинокль, как бы. Вот то, что, в принципе, то, что работает пакость не так, как в первой части. Может, это интересно, но логика абсолютно пропадает.
Понятно, окей. Братья наши меньше, первый сезон. И опять обучение. Как удивительно, что обучение какого-то фига здесь. Под конец обучения Джо хочет познакомить вас с тем, что встретится в следующих сериях. Как раз с мимо животных. А, ну понятно. Давайте пройдем. Чисто, наверное, чтобы посмотреть, могут ли за это дополнительную медаль какую-то дать или не могут. А то фиг его знает, что в этой игре может быть у нас. Что модеры могут нам подсунуть? Мододелы наши. Ага, вот это, вот у этого звука, короче, громкость повысили. Так, с бутылкой, воскресный отдых, бла-бла-бла-бла-бла. Все то же самое, что в описании второй серии, второго уровня. Ну и серии тоже можно назвать. Так, время, оно за, у меня за вебкой стоит, вы его не видите. Ну там, короче, идет таймер за камерой у меня. А эта штука постоянно свистит, и причем их две здесь, как видите, это не очень красиво как-то. Так, вот этот шум от телека, правда, раздражающий немного. А тут что-то тут... А, подсказки не изменились. Совершенно. Яйцо сюда. Телек я на цепочках не успею уже сделать. Сейчас, короче, сделаем пакость с телеком, потом попробуем. На кухню пойдет за пивком за новым. Попробуем убежать от собаки и проверим, сработает ли собака или нет. Проснется ли собака? А то на некоторых уровнях, на некоторых модах бывает, что не просыпается у нас собака. Пока будем вот так ходить туда-сюда. Осталось 30 секунд. Проснется, да. Но сосед, по-моему, на это не среагировал никак. Отлично, отлично. Ага, золотая статуэтка. Обучение. Опять. Поначалу всегда тяжело, если вы прочитали руководство, потренируйтесь с Вуди. Научитесь ходить по этажам. Самое... А. То есть...
А что если бы. А что будет, если я зайду? А, вообще, нас сюда даже не пускают. И здесь тоже не пустят. Ай, ладно. А, понятно, этот уровень пройти невозможно. И зачем мы его сделали, не знаю. Короче, день пакости, день рождения. Все сегодня собрались, кроме папы. Перед великим праздником сосед проверяет свечу, а также моется в ванной. Моется, что значит? Холодильник сегодня пустой, поэтому в нем можно прятаться. О, ничего себе, давайте посмотрим. О, реально все приехали. Но, впрочем, людей все равно немного. К мылу не подобраться, оно там есть вообще, нет? Туда не войти. Так, а почему? А, наверное, надо отвлечь его будет пакостями в ванной, и уже потом только. Классно, а вода-то не включена. А, реально можно спрятаться в холодильнике. Ну, посмотрим, как это будет выглядеть. Проработано ли это или нет. А, есть мыло. Почему я раньше взять его не мог? Так, отлично. Можно наводить курсор, короче. Тогда небольшое движение будет на его иконочке. А, холодильник пустой же. О! Ничего себе. Ну, по крайней мере это лучше, чем если бы тут была анимация шкафа. Если бы тупо анимация шкафа бы там была, или кровати. Так, и последняя пакость. Сейчас бомбанет немного. Ага, отлично. Две мамаши, значит, у нас тут имеется. И что это за бред был? Как он за секунду, за мгновение переоделся вот так. И последний уровень ругания. К соседу хочет приехать мама и одновременно папа. Ну вот незадача, мама и папа развелись. Вуди надоели ругания, ты знаешь, что надо делать. Внимание, этот уровень самый недоработанный, вот это плохо. Попугай не реагирует на Вуди, и почему у тебя с грамматикой проблема, что ли, автор? Что за ошибки? Ух, нифига себе. И сразу же срутся.
что с этим уровнем? Почему здесь два соседа? И почему здесь две мамаши? Что здесь происходит вообще, блин? Почему? Это типа... Что? Казалось. Это типа папа соседа, но почему он так выглядит точно так же? Комод. Опа! А я что-то не заметил, что он пойдет сюда. Провал, ага. И, кстати, вы только не подумайте, что этот дом автор сам так красиво сделал. Нет, это взято из «Когда соседа неудачный круиз». Эти спрайты все были взяты. Бутылочка, из которой сосед кормит свинку молоком. Дверь, да? Нормально так вообще, да. Попугай не реагирует на дверь. Он и так... Тут и так все с ума посходили в этом мире. На этом уровне. Холодильничек такой типа есть. Ага, столько... Нельзя посмотреть. Да ну его нафиг, короче. Такой вот уровень немного какой-то странный. Короче, даже не знаю, что бы поставить. Да плюс, да мин... Ну, минус неохота как-то ставить. В принципе, чуть выше. Но и до плюс-минуса тоже как-то не дотягивает, если честно. Так что даже не знаю, что тут поставить, если честно. Может быть... Ну, давайте поставим оценку странный мод. Вот все-таки местами он действительно странный, и самый странный это вообще самый последний уровень, это вообще какой-то ебец. Ладно, давайте перейдем к следующему моду. Следующий мод называется «Когда соседа какой-то эпический отдых». Музычка у нас другая играет, надеюсь, она без авторских прав. Один раз мне уже подсунули не так давно мод «Савцы». За видео, с которым я получил страйк, там была музыка на авторские права. Страйк этот все еще не сняли, срок еще не кончился. Так, эпический отдых, версия мода. Автор мода Андрей Студио. Собственно, отлично. Это те, кто, видимо, играли. Спасибо за отсылку на меня, естественно. Так, ладно, подготовительный сезон. Сосед-танцор. У нас сосед тот еще тип. Сначала он прыгает на батуте, потом идет танцевать. Вуди решил соседу помочь и незаметно пробрался в дом. Почему с маленькой буквы написано? Когда запустите уровень, как можно быстрее идите на кухню или вас поймает сосед. Хорошо, запомню. Это типа обучение. Мы же не успеем все это прочитать так быстро. Опа, а, точно, я же забыл, да. В подсказке же это было написано. Кусачки можно взять. Окей. Хорошо лежат, кстати, кусачки-то. Не на микроволновку ли их нужно? А, ну яйца нет у меня. Ну да, прикольно, кстати, довольно-таки неплохая шкала вот эта выглядит. Ой-ой, бежим. Бежим, я сказал, что встал, блин, как дебил. Пакости всего две. Танцор хренов, блин. Ой. Что-то он, по-моему, быстрее идет, чем обычно, вам так не кажется? А, ну все, а, ну да, две пакости же всего, да. Проценты, кстати, стали выглядеть, и время мельче выглядит теперь. Ну, шрифт именно. А здесь, а вот это вот нет. Все равно по-прежнему влезает за экран. И какую из этих кнопок нажимать нужно?
Видимо, эту. Сосед храпун. Наш сосед решил устроить сон на час. Он сначала идет чистить зубы, потом спать. Вуди решил взбодрить соседа. Мимо соседа пройти, когда он спит, можно. Но это не обязательно, я так понял. Сосед с ружьем. Ну, прекрасно. А, даже так нам надо... Мы даже не входим сюда. Сразу отсюда начинаем. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Можно пройти мимо соседа, когда он спит. Хорошо, посмотрим. Ножницы там лежат, но на кухню дверь закрыта. Что же нам делать нужно? Вопрос хороший. Но, впрочем, нам туда, наверное, не надо. Ножницы-то не берутся эти. Мимо можно, мимо него, конечно, действительно можно проходить. Но нельзя же положить кнопки, когда он спит на кровати уже. Нам нечего делать, когда он спит здесь. На и этот Дмитрий Евтеев у нас, насколько я помню. Темновато здесь как-то, но при этом штор никаких тут нету. Что-то немного поздновато он подпрыгнул. Да. Так, ладно, в общем, прошли этот уровень тоже. И больше нету, да? Ну, видно, что над этим модом действительно пытаются стараться, видимо. Ну, но пока в нем мало чего есть, поставим, не будем ему давать оценку пока. Просто пока не будем давать оценку. Надеюсь, что в следующих версиях будет уже что-то более интересное. Ну, давайте идем дальше. Жаркие каникулы называется этот мод. И Вуди тут даже моргает глазами. Прикольно, прикольно. Анимация выглядит реально круто. Только что это вообще за место такое? Где мы? Ладно, а что тут с предыдущего мода сохранить, что ли, переносится сюда? Так, ладно, художество. Вот сливается фон с текстом, это не очень красиво. Можно что-то не понять. Сосед стал быстрым. Это вопросительный знак, что ли? Что это за место? Это дом соседа. Сосед купил на один жилье, потом переедет. Кстати, познакомьтесь с Вуди. Наш новый герой, за которого мы играем. А, что-то там соседушку. А что там знакомиться с Вуди? Мы все с ним уже знакомы давно. На комоде замок. Интересное место, только двери чуть-чуть ниже бы стоило. Вернее, пол выше, наоборот, чуть-чуть. Ну и вот это вот тоже как-то некрасиво смотрится. Но посмотрим, что дальше будет. Вот эти вот полоски черные, это тоже некрасиво. Очень быстро ходит сосед и вообще все делает он очень быстро. А шарики не надо было, что ли, раскидывать? Ой, а что это с Вуди? Ой, а почему это Вуди таких цветов стал? Почему у него из зуба все блестит? Так. Сделал дело, гуляй смело. У соседа много вещей. Он, как всегда, ленивый, не хочет убирать вещи. Вуди, ты не по душе, придется вести соседушку. Время 6 утра. Давайте нажимать съемка и все, поехали. Да. Раз уж сосед так быстро ходит, почему бы и нам тоже быстро не начать говорить? А здесь уже не ходит. Понятно. Комод закрыт, надо ключ.
Че, серьезно, ключ где-то надо найти? Такое чувство, что сосед красил стены, но немного недокрасил. Что-то он. О, есть у него тренажерный зал в подвале, но мы в него попасть не можем. А эти комнаты еще и черно-белые. Это типа означает, что мы. Они к нам недоступны. Кстати, пока еще не было таких модов. Был бы не самый плохой мод, где бы, короче, были бы, ну, типа, реально все оригинальные уровни, но при этом на уровнях из первого и второго сезонов были бы также нам, мы были бы видны все комнаты, но при этом мы бы не смогли бы попасть в них просто. Таких модов еще у нас не было. Если бы такой мод бы появился, в принципе, не самый плохой мод бы был. Слабый, конечно, ни о чем. Но это был бы не самый плохой, действительно, мод. Это ключ от комода, что ли? Да. Только почему медицинский знак на нем? Яйцо в микроволновку, естественно. Это же у нас традиция такая стала. Ага, анимации поменяли местами, что ли? Некоторые. Забавно, 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 конечно. А пакости так, все те же, что на первом уровне, абсолютно. Что это за эта труба какая-то, что ли, типа здоровенная здесь? Ну, черно-белый цвет, это типа действительно, что нам недоступны эти комнаты. Кстати, всегда задавались мы, наверное, вопросом. Я бы что-то раньше не задавался, но почему в первом сезоне там... В первом сезоне почему у него за дверь в спальню заблокирована на замок? Он где спит? Он когда идет спать, он все время берет ключ и открывает? А после второго сезона он уже не закрывает спальню? Вот реально задумался я что-то только сейчас вот над этим вопросом. Как-то действительно... Ладно, кабинет и подвал, в них не обязательно ходить каждый день. Ну вот спать-то надо, нельзя без сна. У телеэкрана день недели, пятница, сосед, как всегда, лежит на своем любимом диване, пьет свое любимое пиво. Поживем, увидим, Звуди незаметно пробирается в дом со своим другом, чтобы показать, когда соседа. Время 21:40, каким это таким другом, интересно? Со мной, что ли? Теперь все оранжевенькое стало. Ага, вот он наш друг. Брат-близнец какой-то, что ли. Но он тупо стоит. И сделать ничего с ним мы не можем. А здесь уже мы не видим другие комнаты. Ну, точнее, не видим подвала, а вместо спальни у нас, короче, небо. Это слабительное. Так выглядит. Впечатляюще, впечатляюще, да. Неплохо. Шкаф можно. А, из шкафа что-то взять можно. Пилу и туалетную бумагу. Ну, туалетную бумагу у нас, конечно же, сюда. Почему дом соседа стал другим, кстати? Он еще раз покрасил стены. И опять с промахами немного он их покрасил. Появился шкаф на кухне. Который загораживает, короче, всю мебель. Да и стоит он как-то не очень ровно. Перчатки можно взять.
А, стоп, нам же не попасть туда. А, я понял, нам надо распилить кресло, пока он... Это... Ходит на кухню, я, наверное. Других вариантов не вижу я. На кресло, я говорю. Так это я не могу успеть. А как мне ему слабительное в пиво подсунуть, если он... А, можно мимо него проходить, что ли? Ничего себе. Прикольно, прикольно. Но как же мне... А, тут же шкаф есть. Окей, ладно, это тогда меняет дело. Абсолютно меняет дело. Чипсы у него эти то пропадают, то появляются снова. А, кресло появляется еще одно, понятно. Друг, который ничего не делает, никому не нужен и, в принципе, бесполезен, да. Даже сосед внимания на него не обращает. Скрученная антенна, он типа просто телевизор выключен у нас все-таки, а не скручен. Но при этом он шумит так же. Видно, кстати, что... Вот, кстати, окошко вот тут сделал. И здесь тоже сделал. Ну, а вот... Ну, про окошко в ванной забыл, правда. Но тем не менее. Так. Праздник к нам приходит. У соседа день рождения, как всегда, он покупает газировку. Между делом он спускается заглянуть в почтовый ящик. Вдруг там пришла открытка или посылка с подарком. Во дела, разве так справляют? Дни рождения, бла-бла-бла-бла, осень на дворе. Как и у нас, собственно, тоже. Осень на дворе, действительно. Это такая осень. Красное небо и снег, и снежок идет. Ну, нормально так вообще. Куда? А что это было сейчас? О, вот прям в миллисекундочку последнюю успел. А почему мыло нельзя на пол? Ключ надо, и понятно. На пол. Я не знаю, как этот уровень пройти. Видимо, в эту дверь надо было, а не в ту. Ой. Давайте попробуем пройти еще раз. Но этот уровень что-то запутывает немного меня. Почему здесь валяется мыло? Да, это дверь в кухне. А, понятно, он так до бесконечности будет делать. На плиточном полу. А это что, не плиточный, что ли?
Мыло, по-моему, не в почтовый ящик, я так помню. Ага, вот он ключ. Ну, очень нужная штуковина, видимо, в автомате лежит. Кока-колу пьет, что ли? Так, ну вот здесь с окна. А вот здесь про окно он забыл, к сожалению, и здесь тоже. Классно, игрушка вылетела. Как только я ключом нажал на этот. Ай, блин, какой пипец. Попробуем еще раз запустить, короче, сейчас. Ой. Тут еще что-то есть? А, все, это последний уровень, больше ничего тут нет. Ну, короче. Короче, я не знаю, тоже пока слабо, недоработано, поэтому тоже оценку пока не ставлю. Ну и ладно, давайте еще какой-нибудь мод напоследок посмотрим. Хардкорчик, ультра хардкорчик нам обещают в этом моде. И высокое качество звука, играй как есть. В общем, начать страдать, но при этом здесь не видно хоррора никакого. Сосед глухой, попугая не услышит, ладно. Как мы скоро увидим, бла-бла-бла, все то же самое. Давайте посмотрим, насколько же здесь все хардкорно. Ну, наконец-то мне дали... А, Вуди медленнее ходит. Наконец-то мне дали хардкор, где... Где это? Нет хоррора всякого этого жуткого. Мы же с вами давно уже говорили о том, что... Хардкор это когда очень-очень сложно. А не когда жутко. Когда кровище жутко, это хоррор именно называется, а не хардкор. А то мне часто подсовывают хардкор, где просто кровище всякой много, но при этом хардкора никакого самого-то и нету там. Стоп! Нет, я не успею. Вот туда он быстро ходит. Вверх-вниз, а вправо-влево медленно. Попугая не услышит. Угу, ладно. А телевизор зато слышит. Да не обращай внимания, ставь подушку. Отлично. Попугай здесь только чтобы напугать. Видит самого. И. А! Что-то с опозданием небольшим экран выигрыша появился. У телеэкрана. Вы не сможете следить за тем, о чем думает сосед. Вот, понятно. Вот это усложнение. Понятно. Хорошо. Но... Может, он все то же самое будет делать? А животные будут теперь... А животные теперь будут соседа привлекать внимание или не будут? Нет, нет, все равно не будут. А вы говорите, я не смогу следить за тем, что делает сосед. Вот, пожалуйста, в кресло. И бутылка пива там тоже была.
Кто это вдруг сказал, что я не могу следить за соседом? Вот, пожалуйста, за пивом идет. Нет, не пойду. То, что он быстрее ходит, это даже немного увеличивает шансы на стоп, на то, чтобы 100% набрать. Наконец-то мне подсунули хардкор без элементов хоррора. Это куда интереснее. Ну и хардкорного здесь не так много. Разве что это действительно усложнение, но не так, все равно не так сложно, как в хардкоре. Я не успеваю антенну сделать. А, если ходить на цепочках, он будет ходить быстрее. Оказывается, у нас. Ладно, не будем ждать еще раз. Давайте выйдем через входную дверь. Только где она с обратной стороны-то? Ладно, сюрприз ко дню рождения. С помощью пакости можно заманить соседа туда, куда надо нам. Все то же самое, что в оригинале написано. И подсказка тоже. Дример 544 какой-то. Создатель мода. Будем на цыпочках, значит, передвигаться. Действительно быстрее немного двигаться на цыпочках он у нас будет. Ну, чё встал-то? Алло, чё тормозишь? Тормозун, блин. Так, отлично, мышеловку в следующий раз подложим. Отлично. Великолепно. О, он даже мимо портрета пролетел. И не упал. Но при этом пакость все равно сработала. Каким-то таким образом я вообще не знаю как. А сейчас на портрет все-таки посмотрел. Ага, отлично. Ну, что за опоздание-то такое? А, так. А если здесь... Если вот я последний уровень сейчас врублю с второго сезона, тут тоже... Тут по усложнению будет что, кроме этого? Ну, вряд ли что-то будет, но тем не менее... Ладно, давайте не будем дальше проходить. Все понятно, в принципе. Ну, давайте поставим... Плюсик, это неплохой мод для тех, кто уже является профессионалом в обычной КДС-седе, и ему можно попробовать поиграть в такой мод. Действительно, неплохо вполне. Ладно, давайте на сегодня закончим. С вас, Легос, подписывайтесь на меня, эпичные видосы, подписывайтесь на мой стримерский канал, на блоговый канал, Спадиру ВКонтакте, и всем пока.